Евангелие от Матфея, глава 23. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилья одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец – который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником, клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом, клянется им и живущим в нем». «И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, праведного, до крови Захарии, сына Варахейна, которого вы убили между храмом и жертвенником». Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Си оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете. Благословен, гряды во имя Господня. Евангелие от Матфея, глава 24. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами.
Там будет плач и скрежет зубов. Псалом 12. Начальнику хора псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. И буду петь имени Господа Всевышнего». Книга Бытие, глава 12. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток, от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним».